Прошедшее воскресенье, праздник День Матери, широко отметили не только в Кунгуре. В селении Волино Кунгурского района накануне чествовали мамочек, взявших на себя ответственность стать приемными родителями. В мероприятии приняла участие и депутат городской думы Татьяна Высоцкая. Прозвенел последний на сегодня школьный звонок, однако ребята не торопятся домой. Неклассное занятие в честь замечательного праздника Дня Матери собрало школьников, родителей и педагогов за одной партой. Тепло, уютно и по-домашнему взрослые и дети своими руками делают открытки в популярном нынче стиле скраббукинг. Из невзрачных на первый взгляд ленточек, кусочков, бумаги, фурнитуры и прочего получаются настоящие шедевры. Вам нужно будет вырезать по формату открытки и наклеить только на лицевую часть. Педагоги Неволинской школы решили уделить особое внимание мамам тех детей, где есть приемные дети. Быть любящей мамой для своего чада – это благородно, а суметь приласкать и обогреть любовью еще и приемного ребенка – самый настоящий подвиг. В честь праздника дети не скупятся на теплые слова в адрес замечательных мам. Для них мы вечно малыши, и с этим спорить невозможно. Так будьте чуточку добрее, опекай их, не раздражайте, не обижайте матерей, на матерей не обижайтесь. Для ребенка мама – самый любимый и дорогой человек на свете. Это особенно знают многодетные родители. К таковым относится и депутат Кунгурской городской думы Татьяна Высоцкая. Сегодня вместе со школьниками она также смастерила уникальную открытку и поздравила родителей приемных семей. А также обратилась и к самим детям. Родители – это вот я к детям обращаюсь. Родители, мамы – это вот самое главное в вашей жизни. Вот берегите, любите, уважайте, цените своих мам. Просто сейчас вы маленькие, многого не понимаете, потом вырастите, вы это все поймете. Не обошлось и без традиционных сюрпризов. Татьяна Высоцкая вручила семьям сладкие призы и подарки, а руководство школы поблагодарило депутата за душевное отношение к неволинским детям. Спасибо большое. Мы, конечно, очень рады вас всегда видеть, даже обращаться. Мне иногда просто стыдно. Читаешь, Татьяна Михайловна, там, здесь, так думаешь, что наша маленькая неволинская школа, опять Татьяна Михайловна, термошить-то. Честно, неудобно. Спасибо вам большое. Такие семейные праздники, как День матери, прекрасный повод собраться вместе, пообщаться в тесном кругу по интересам и, конечно же, укрепить дружеские отношения не только среди детей, но и их родителей и педагогов. Вячеслав Горецкий, Вячеслав Алексеев, Михаил Бабушкин, телекомпания «Кунгур».